сегодня вскрываем вот коробки швейную машинку Аврора 0302. Вот такая вот коробка, любезно вскрытая транспортной компанией. Доставка мне обошлась 3800 рублей. Вот такая вот пожамканная коробка. Ну, вроде как все на месте. Сейчас будем собирать. Такая вот инструкция по сборке есть. Посмотрим. Ну, хорошо, что вот эти целые, конечно, коробки. Не такие побитые. Смотрим дальше. Вот и первая рукожопость. Аврора вверх тормашками. Так, вот здесь у нас. Понятно, что масло.
много-много всяких деталей. Thank you.
все подошло. Единственное, у меня вопрос такой. Этот кожух, ремень натянут, здесь в крайнем положении. Если кожух поставить, то он будет цеплять ремень. Здесь вот. Итак, ну вот я ее собрал. Так вот получилось. Конечно, еще надо настраивать педальку. Подъем лапки. Такое вот количество осталось. Не знаю, куда их прикручивать. Отвертка в комплекте. Отвертки, ключ. Три шпульки. Одна там стоит. Четыре иглы и одна установлена. Масло. Чехол. Не знаю, масленка как-то. Сейчас прокапываю все вот эти места. И будем пробовать включать. Механизм.